Закрывал Да, босса и чего? бал. Это рефили, мне надо срочно уйти, скорее всего, аж до конца уже. Это хуёво, ну иди. Спасибо. Воевать не люблю, возвращается. Так, значит, этот самый Бурибай, если ты страховочный будешь хэпал. Так, и тогда можно в рейд вернуть Олд Варлока, да? Олд Варлок, тебе статика же нормально, да, тут? Ну, как сказать, нормально. Ну. Мне было постоянно сказано, вон в стенку лицом упрись и все. А, ёбаный стос, нахуй. Хорошая тактика. А Монру, у тебя как с тактикой, Монру? Войд, если кто плохо будет по страте играть, бери меня, я как рельс ровный. Давай, я возьму тебя. Это заебись. Олд Варлок тогда почили на замене. Да, без проблем. Блять, Ардру нету. Это, это пацаны, там ребята уже в рейде, вы можете зайти внутрь? Надо как-то нам на первый рейд следующий, когда будем собирать, напомните мне в первый рейд не брать 10 друидов, нахуй. Кайф же было. А это так, что у нас, миликов перебор или нет? Да вроде нормально. Ну, получается, еще репичип, гамазек. Там, если было место, я могла бы надеться зайти или на холике. Если, как бы, перебор, я могу кому-нибудь что-то пить. Не, куда больше. Здесь есть и холик, и ДЦ заряжены. Нету переборов. Не надо много пристов. Все заряжено, все заряжено, да. Но это если только присты какие-то согласятся. Тут пристов так-то я могу свечнуться. Ты сильный хил, блять, какой свечница? Надо же одевать пугов. У тебя я что тебе говорил насчет гильдии? Тебе надо в гильдию приста затянуть. А точно. Так? А так? Ну да. Это самое. Значит, вон, нормально, первая, вторая пати, ГМЗ, крипичип, фиолетовый, остальные зеленые, нормально. Ну, мы пойдем сначала на собаку, нахуй. Не-не, я не хочу быть фиолетовым. Сори, ебать, тогда какого-нибудь этого кинем. Придется. Кинем какого-нибудь, не люблю там, или кого-нибудь них, нахуй. Все, пошли. Ну ладно, вниз попрыгаться, кайф, могу. Тебе кайф, что у тебя 2 ДЦ в рейде, ты холик, бля, вот такой кайф у тебя. Там вообще-то один холик и один ДЦ. Ну значит ты с холиком посоревнуешься. Не соревнуваться. Не люблю щиты, давай нахуй качай ДК танка нахуй. Я заебался уже танчить, блять. Я буду, короче, хилить, а ты танчить. Я занят, я прокачиваю мага. Блять, вот нахуй такой всю эту... мага. Все, тогда может быть ДК. Я уже посматриваю на ДК. А потом у тебя будет, пацан, ты жив, пока у тебя есть ДК танк. Да, да, да. Я короче, что за медиков там играете? Возможно. Хуй там играть, блин. У меня есть ГДК. А кто у тебя есть? Встречный вопрос, Гамазек. Кого нужно, того будет. Ну а ты как это... Ну ты имеешь в виду... Ты вот, ну просто ты так говоришь... У тебя у самого есть перс? Или у тебя есть кореша? Или у тебя есть гильдия, где кореша? Или как? И так, и так. А, нихуя. Короче, ты серьезный челик. Ну, смотри, ситуация такая. Вот у меня два рейда закрывают ДТГ 25, ГМХМ 25, ЦЛК и РС 25. Еще один мы и ВК закрыли. Ну, там тринки с совом фармим и всякую хуйню. Ну, выбор может выпадет. Ануба чисто без блокера сейчас бьется. И потом, что у нас? Есть вариант ульдуары собирать. Ну, это прям надо четко быстро. Какие ульдуары, блядь? Надо по ролям кто больше в приоритете? По ролям приоритет, значит, да блять, танки хилы всегда будут тут нужны, типа. Вот, ну и, видишь, тут люди такие играют, у которых вот мейн хил, допустим, у одного бидона, вот, ну хоппер, да, я тоже недавно, ну мейн именно мало спеков, танки, которые спекаются, вот Лингрен, у него ретрик вообще, то есть. Ну я теперь в основном танк, я наверное так и буду находить. А Лёхе первым стоит танк. Но у него шем есть, вот в чем, понимаешь, прикол. То есть его ретрика развивать покруче будет для дальнейшего. Вот если какие-то есть мейн танки конкретно. Вот если бы ты, допустим, привел ДК, который как я, ну не то что не в шмоте дело, а вот именно который все может за свой класс. Шарит. Да, шарящий, нормальный. Было бы вообще пиздец. Ну они там есть у нас где-то. Это, короче, все, что ты, если ты будешь приводить, то это все будет способствовать развитию второго рейда в ЦЛК 25 гер. Ага, принял. Вот, мы лича четвертого убили на том КД. Вот на этом КД у нас. Вот. Короче, вот. РТ все. Пошли нахуй, я не буду сейчас собаку бить. Сюда пошли дальше. Блядь.
Так, живой, идем сразу на собаку. Не хочу. Передумал. Он боится. Такой, да, ну, пизду, блядь. Времени, конечно, маловато. Ну, тогда резко и ВК, наверное. Вчера же с первого трая закрыли это. Вы сейчас все с первого трая закрыли. Ну, вчера, вчера это было вчера, понимаешь? Да. ВП Хант, ну, РС-ку точно ебанем. РС-очку на расслабоне. Сейчас вот ТТГ закроем. 25-ку? Да, да, конечно. Угу. Это подожду. Вот. Блебай, тебе ж там не нужна чешка, да? Правда? Я твою чешку заберу, блядь. Нет, тебе-то зачем? Зайду на хила и заберу. Мне нужна последняя, и у меня будет нормально. Ну, ВП-хант, ну, если тебе РСК нужна, то жди. Потом мы пойдем, пойдем этот, ИВК, ИВК, скорее всего. Было бы вообще супер. Я только что о нем думала, хотела искать в мире. Ну, там на ИВК нужны серьезные пацаны, там. Желательно ДК танков каких-то, может, конструкций. Если бы вы закрыли сегодня все то же самое, как мы вчера, то день освободился бы. А тут видишь, как получилось, тут почили, какой-то, да? Какой-то дисконт, блядь. Ну вот в это время мы вчера уже... Что мы делали вчера уже в это время? Ну, в это время мы уже были в ЦЛК в это время, да, то есть мы... Так у тебя тогда было в рейде 10 сов, 10 там БРов, блядь, ебать сколько. Там можно БРов, ну, что хочешь. Не там, было там 10. Там 4 было совы. Больше, там было больше урона, больше 4. Всего. Там было ДПС просто больше. Там сколько, 380, да? Вчера с 5 хилами? С 4 хилами. А, ты спекнулся? Ну я спекнулся под конец. Войт сказал, бля, бичи, я за 10 секунд, блядь, спекнулся. Ну его там 18к дал на сайте. Ну я потом посмотрел, блядь. Да какой 18, 15, нахуй, скрин посмотри, блядь. Блядь. 18, блин, ну ебать. Притона, ты вчера ходил? Вон синтек, 16, 19, ой, блядь, 16 900, это 17. Где 17? Короли ХМ, магик ХМ, сейчас и я... короли, найду. Блядь, вон выше там. Синтек, 16, я же говорю, 15 тысяч дал. Нахуй. 16,9, это почти 17. Сука, округляется в пятерку. Округляется, ебать. У меня такое округление, нахуй. Этот. Босс очень простой. Значит, три способности у него. Метки к стенам, крест, череп выносим. Второе, милики, зеленый круг под боссом отбегаем. Третье, фир. Все отворачиваемся, спиной к боссам стоим. Спиной к боссу это вот так вот. Спиной, где плащ висит, где пуха висит. И, блядь, это спина, блядь. Она должна находиться к боссу, ну, направлена быть. И как только фир проходит уже. Если вы фир словили, то хилы... Хилы, сколько у вас там, блять. Бурибай, давай в шестого. Сейчас и здесь надо твоя помощь, и на следующем боссе, на центральном. Потому что два хиласи с метками побегут, рейд упадет, нахуй. Ну и, соответственно, диспел. Чем быстрее диспелите, тем лучше всем. Просто все масс диспел дайте, пристрели нормально. Ну и там додиспелит, если что. Закинь в дикон Бурибай иннер. Так вот, рыба, нажри. А, там еще рыба, ебать. Захожу в свой любимый бар в своем районе. Я оглядываю сразу весь зал. Я вижу все лица. Все черные лица. Я дерьма не потерплю. Никакого ни от кого. А в кармане у меня крэк. Вот дерьмо твою мать. Хули ДЦ тут? Нет, меня опять выкинуло. И, я... по-моему, это происходит, когда ты РЧ кидаешь всегда. Я понял, блядь. Заходи. Только побыстрее. Блядь, надеюсь, там ревностных 5 штук лежит моих. Просто, блядь. Бери, не хочу. Большое в сказки веришь, а? Блядь, мне такие сны страшные снятся, конечно, блядь. Вот Лава, вы рейдите на РТ, а я рейжу, блядь, во сне, нахуй. 31 почти дожил, а в сказки веришь. Вот а что, они не могут упасть здесь ревностные? Раз в год на Пасху, нахуй. Они падают только в донат-магазине. Не сколько у тебя баджей, Войт? Ноль. Ноль.
У тебя за рейды падает 9 баджей с каждого босса по 3. Ну, кстати, когда? Ты посмотри, сколько у тебя уже там. Так, сейчас гляну. У тебя, по-моему, должно быть примерно 500. 35. Давайте, так он же, блядь, тоже рероль. Ёбаный в рот. Давай. Так, Коли ДЦ, ты тут? Пошевелись. Да он тут, он тут. Ёбаный, о, начали. Рот, вы что делаете? Оттащите его. Нет, не тащу. Это а же что, не мешок. Выйдет, погулять? Это же не мешок с сахаром, чтобы его оттаскивать. А что за хуйня? С говном есть только. Слава, короче, на воскресенье покупатели есть. Блять, выруби. Выносите, выносите. Истовство выключи, кто там, отвернулись. Блять. Громозек, СМО, блять, не люблю, рарник, захильте их. Я прирылся неудачно. А я в прыжке. Отбежали. Короче, тихо нахуй, стопните базар. Смотрите, блять, Гена уже сдох нахуй. Крест череп видно всем, блять, выносить их надо к стене нахуй. Громозек, нахуй, выруби ебаное неистовство праведное. Да он в танке. А нахуя ты в танке? Отвернулись. Я понял, нахуй. Тут надо в ретрике, блять, не в танке, блять. Выносите метки. Громозек, почиль, постой, не надо, блять, это. Хорошо. Массакры на рейд подавай и подиспели рейд. Хорошо. Надеюсь, не обижаешься, что я твой ник как бы... Бребай. А, без проблем. Ебать. Подхильте Войда там, диспальте, пожалуйста. Ты там далеко стоишь. Стань сбоку. Займешь 200 кайкл, да, без проблем. Ты как всегда говори да, да, с Джимом Керри. Как старуха-то у него отца своего, ёбаный. Можно без подробностей, пожалуйста? Сука. Без спойлеров уже, да? Громозек сдох. Я понял. Ну, типа там фишка была, что он на какой-то семинар пришел и там говорят, блять, говорит, всегда говорит да, нахуй. Тон вылетел, никто эфир не получил, метки выносите. Мандикон кричит на членов своей группы. На члена? Своей группы. Типа бомжи, хули падаете. Мне сообщение писал, о, Сбербанк. Отбежали. Скоро будет эфир, готовимся. Диспельте. Так, Слингера на диспельте. Усиливается тут. Отвернулись. Да, чудеса. Когда говоришь, вроде никто не... Меточки, крест и череп надо отнести к стене. Вот так. Да. Так, Шалфир срывает босса. Почти. Дайте ему сальву кто-то. Кто успеет. Носите метки. И отвернулись одновременно. Отбежали. Подбежали. Хуя себе, да? Трудный босс. Это самый легкий босс в этом инсте. Так, смотрим внимательно. Метки выносим. Теперь диспель. Теперь отвернулись. Чудеса. Шо, что тут берсы нет? Прикинь, 3 минуты берсу бы сделали. Отбежали. Подбежали. Метки выносим. Сейчас будет эфир, готовимся. Отвернулись. Повернулись. Бетон ставь, наверное, тотем. Да уже не надо. 4 ляма. Отбежали. Подбежали. Уярим. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Метки выносим. Метка. Но... Синтек. Синтек, сука. Лайпаешь рейд почему-то. Да неправда, ебать, не помню. Так, ревностный. Да ну нахуй. Что там? Ревност? А, не, это хуйня. Ебаный, блядь, испугался нахуй. На Пасху упадает. Пидерсия, блядь. Подавитель агрессии надо кому-нибудь? Походу мне надо, блядь. Так, репичип, да?
Так, ГЦ. Ты теперь заряженный протовар. Капюшон ментального вопля, блядь. Пока активен. Родство с природой пока активен. Чего там, блядь? Омоложение усиливается. Это, наверное, друг. А это у меня есть такая хуйня. У меня, по-моему, на запах такая. Надо кому-то эрдрушники? А, Вадикон только. Весь кожаный шмот и все чарки. Вадикон, делаешь эрдру теперь. Плечо. Так, что это? Произнося молитву восстановления. Это бисовая, да, хуйня? Хуёвого союзника в радиусе 40 метров. Ну, это треплёха, что это цешная. Это бисовая, да? Смотри, смолролит. Да. А где? Цешники, у вас есть такая хуйня? Ой, это, ну, это плечо, это плохое. Типа, заберу шмотка. Бесплатно. Кто? Шмотка херовая. Холь ДЦ не надо, не люблю не надо, и Иола не надо. Ген банана просится на замену. Можно взять ханта. Хорошо, Гена банан, иди берите ханта. На тебе ассиста. Давай мне. Не надо. Так, ладно, раз никому не надо, на, забирай эту хуйню. Что это такое? Кольчуга. Ваши исцеляющие способности. Короче, ману восстанавливают. Да кому-то эту хуйню. Шкаф поставьте. Надо начинать шаманом ходить. Тут столько кольчуги падает. Пойдешь шаманом, будет ревностное падать. В туре, бля, вот это пиздец. Он будет ходить шаман, вот вы говорите. Запы с рейтингом скоростью. Запы с рейтингом скорости, кому надо, ДДшники. Кстати, это... А, это только реролить, если... На Орлина смотри нормально. У него там запы обоссанные. Ну, Навара с хостой смысла не вижу пока что тебе. ДКшнику лучше будет. Паладину, паладину. Не, я неплохо это... Я на Орлину дал на хосту, у него же там завязано. Поставьте столик. 4 на хосту. Так, следующий бой. Там будет... Там Гена Банан ушел. Че он там? Тыкните. Ген Банан, оттыпайся. А вы собаку убили? Нет. Блять, я опять на музыку эту пришел. Мы только Кинг-Конга убили. Так, теперь на этом бою внимательно давайте мага перекинуть. Еще раз сумоньте, он не хотят из инста выходить. Так, допустим. Шелфир их, чтобы захиливал. Нормально. А чё, ты всё решил на ханте только играть? Ну да, он давно уже. Не, я просто помню, что он про мага говорил, что ой, всё, мага удаляю, короче, что-то такое. Ну так было. Он и не хочет мага не играть. А, я понял, молодец, блядь, молодец. Так, жрём рыбу. Сумоньте ханта. На этом бою самое главное захиливать дыхание. У нас хилов сколько сейчас? Так, Бурибай в хиле. 6. Так, надо Бурибай в пати в другую закинуть. Так, Гамазека сюда. Получается, бегать у нас будет не люблю. И кто еще с двух престолов побегает на фиолетовых нормально? Так это ж не тот. Это поглотитель. Это Тракс. Ай, сори, нахуй, я тупой, бля. Я уже испугался в смысле бегать. Не, ну сейчас, типа, я просто про собаку думаю. Че тебе надо, мой пахан? Сопрот? Сопрот, как обычно. И начинайте, пожалуйста, еще обмолвай на полминуты. Чего? Игорь, не начинайте бить, пожалуйста. Не начинать бить? Бьем, пацаны. А ты вылетел, типа? Бьем, пацана? Бьем, пацана, жижа. Короче, самое главное, смотрите. Ну, ханта хорошенько прохиливайте, присты там не проебите. Магов, сова дубовую. И если дубовой нет, и дыхание там вся, можешь хильнуть разок. Еще спокойствие сдашь на свою пати. Там у тебя борьбай, маги, чтоб не сдохли. Присты, в принципе, сам захилится. Локи, смотрите, Монри, слышишь? Значит, заслон от темной магии вытаскивайте эту хуйню. На дыхании прожимайте, когда 30 секунд вроде как. Да, вот эту хуйню. И этот. И кастуйте. Вот заслон нажали и кастуйте похищение жизни. Чтобы дыхание у вас идет, оно сносит дохуя. Чтобы вы хилам помогали этой хуйней. Похищение разок, ну, разок, там, если собьется, второй раз прокастуете. Ну и как закончится, уже продолжайте бить. Да, да. Вот такая вот хуйня.
Ну, милики, соответственно, смотрите, там панцири, всю эту хуйню тоже по возможности. Если скиллованные, нормальные пацаны, то можете стойку защитную включить, там минус 10% урона халявных. И 5 секунд эти пройдет, и обратно включаете и бейте. Ну и это. В конце надо будет просто после 50% выбегать с бубликами. На решетку бублики не ставьте, милики просто право-лево. Ну и, соответственно, по гимнам. Шалфир на свое усмотрение. Мидарк на свое усмотрение, не люблю на свое усмотрение, а Лутай, Хульдесей, Неолас, ждите, пока я вам скажу. Ну, по этим, по массакр, по мастерауру тоже там смотрите сами. Незыбка моя будет, Хоппер, дай твоя сальва, есть у тебя массакра? Твоя массакра будет с моей незыбкой на заход в бублик, если мы до этого добьем. То есть ты не сдаешь тоже, ждешь, когда я незыбку вынимаю. Все, проверка. Кирсори, ты не вылетел там, Кольдице? В этот раз почему-то нет. Понял. Кирсори тут нет. Кирсори, прием. Давай череп на него поставим, нахуй. Алло, вот он здесь, даю отчет. И лицом на нас будет босс повернут. Так, через 2 секунды будет дыхание, готовимся захиливать. На сферке кто стоит, его не уроните, вот этого шпшника, его подхитьте. Вот дыхание захиливаем. Нормально. Все, с черного пола выходим, с черного пола выходим. Это минус. Уребай, бля, ну почему? Давай, Вадикон, рез его. Шестой хил нужен. И захильте его сразу. Вставай, захиливайте его. Заливай ему иннер. Даже нажимай клятву, резай мана босса, бей. Синюю джангу прежде и рисай ману пока что. Дыхание захиливаем. Брибай, захильте. Ебать, еле-еле. Мобы на рейндж. Так, мобы, смотрите, на кого идут, разливайте полосочкой линии их. На и притона, вот... походу, притон, аккуратно. Вроде я сверху там закроюсь. Сверху встаньте, кто ближе там стоит, чтобы сверка ни одна не осталась. Бурибай, сейчас будешь массакру давать на следующее дыхание, готовься. Так, ждем дыхания, на него дашь массакру. Так, с черного пола вышли. Проклятие, вышли. Хамазек, Рарник, Консилятор вышли. Геру, давайте. Две сферы под боссом зауешить. Лутай, готовься на хп. Лутай на хп, давай, Гим. Лутай срочно на хп, давай. Хорош. Пойдет. Проклятие выносим, Гамазек, Рарник, выйди, выбегите и вернитесь потом. Все фул по боссу, ждем, скоро будет погружение, скорее всего. Выйти из бублика, Рарник, Шарфир. Так, Хульдицея, Неола, готовьтесь на хп читать. Читайте у Хульдицея, Неола на хп. Все, и там прям добьем. Нормально. Все, на мужика просто, да. Задавили. Так, ну шо там, блять. О, опять запы. Что там, сука? Латы. Пиздец. Прям вот когда кожа падает вот этого цвета, как кожаного такого, мне прям кажется, что, блядь, ревностные падают там, пиздец, нахуй. Зачем? Топор, короче, какой-то. Нахила? Надо кому-то? Вот. Так, бидону. Усиленные наручи, 300 урона, блядь. Надо кому-то это говно. Липичипте надо, точно? Ну, если кому-то надо другому, там, то есть надо, можем кинуть. Ну, тут жмет Шлепец и Бурибай, я хуй знает как. Ну, раздавай там, кому надо из них двоих. Ну, у них там чарки эти, классовые, вот у этого Шлепеца нету. У него 245, давай ему закинем. Ну, сейчас начнется музыка для ушей. Наручи с критом, точнее, ноги с критом на холи пала. Ладные.
С критом, блядь, нихуя себе. Грибая надо, да? Ну, вообще-то нормально. Ну да, нормально. Крит. Там какая-то. Хастубы? Ну, крит тоже заебись. Но. Так, теперь смотри, а вот эта хуйня, вот эта вот конкретно, вот эта шмотка, мне на редру надо. Вот прям конкретно. Потому что голова там не подходит, она, видишь, она с хастой, а там, ну, да. А там грудак с критом Т4. Проблема в том, что ты на ДК. Ну я на ДК. Ага. Ну, покос. Ну, это Вадикон, всегда так. Вот тебе Вадикон, соберешь. Да, у меня есть эти шмотки, я бросай понял. На расход. Я тоже так ходил, нахуй. Идешь на одном персонаже, блядь, другое падает. Звездный огонь, надо тебе ноги, Вадикон? Не, у меня такие есть. Так. Давай лучше Литгрун, да, а то я буду переживать, блядь, когда у меня шмот друидовский на ДК. Я его не могу распылять, блядь. Я как-то чистил банку все на друиде вот недельку назад. Я там 11 шмоток удалил, блядь. Всякие 258, всякая параша лежит. То на хосту, то на СПД, блядь. Это все было взято с вами, я буду ролить. Да хуйня бесполезная, блядь. Теперь на собаке. Значит, вырубай в ретрика. Хант в РДД. Так, первая, вторая пати слева начинают с танком. С ними прыгают не люблю. И присты, кто с вас будет? Хольдеце или Эниола? Кто с вас лучше там прыгает? Вот левая это где звезда? Я могу. Эниола, ты тогда пойдешь. Не люблю ты и ты. А ты Эниола кто? Холик или кто? Кто он? ДЦ. ДЦ. Ну смотри, если будешь метку закрывать, зубы тебя не спасут. А вот ты не люблю, если будешь закрывать метку. Ну один, то есть тебя с крылья спасут. В курсе, да? Пробовал уже? Конечно, ну каждый раз. Еще так. Кого-то другого могу подсейвить. Вот рыба, если вдруг кто-то проебал. Так, не забудьте, самое главное, еще раз повторю. Первая, вторая пати начинают в звезде. Там с нами начинают Неола и не люблю. Прибегите туда, встаньте, значит... А остальные 13 человек, 3-4 пати и остальные, сколько там хилов, блядь. По вам расскажу одно, блядь. Вот вам гайд, сразу смотрите. Вот есть кружок, да? Вот примерно в кружке. Давай, даже чтобы вы сразу поняли. Примерно вот тут. Стартует, значит, третья пати. Тут у вас что? У вас три челика, вот тут Вадикон и Шалфир. Стоят, они друг от друга отбегут, я думаю. И это, Магина и Смо, стойте как-то, ну, вы, у вас есть блинки. Вот. МВП Хант, у тебя отпрыжка есть, они, ну, не должны вы сдохнуть. Вот это место, вот этот ромбик, нахуй, это для хилов метка, это конкретно для трех хилов. Там никто не подходит, ни третья, ни четвертая пати. И теперь вот здесь вот треугольник, чуть дальше туда, к центру комнаты, там стоит пати у нас, вон, три лока и Лута и Мидарк. Теперь смотрите, кто тупой из РДД, смотрим на Вадикона. Вот звезду поставил. Это когда выпрыгивать с лучей, если кто там не знает. Вот локи, порталы переставьте там. Смотрите, только сейчас босса не спульте. Ну и все, и главное хилам не мешайте. И если надо метку, если появляются две метки, сбегаться надо, то вы метки в одну точку не заносите. Одну в одну точку и через 15 метров вторую точку собирайте. Человек по 4, по 5 сбегайте, чтобы... Если человек ШП, то он выходит с тучкой, то есть на него не сбегаетесь. Если маг с глыбы, то он тоже выходит с глыбой и скидывает метку сам. Ну и точнее еще хэпал, и вон там ретрики еще. 4 штуки, блин, заебись должно быть. Все, проверка. Так-то нихуя не рассказал тактику, кто хуйню, блядь. Про конфликт все знают, конфликт стихий, что такое? Это когда вы получаете, у вас метка одного цвета, а вы получаете урон другого цвета. Чтобы этого не было, не нужно подходить к людям, которые, ну, возле мелизоны или РДД. То есть нельзя к ним подходить, все имейте в виду, блядь. Ну и, соответственно, нельзя лутать лучи, там лучи, которые будут... Так, из миликов кто у нас там скиллованный? Вот, на рарника поставлю. Кружок. Если кто тупой, смотрите, как он делает. Если вы именно не понимаете, как случай, в какой момент выпрыгивать, то смотрите на него. 2-3 раза посмотрите, потом уже будете понимать. Все, даю отчет. То сдох, то равника с двух со всех сторон гейзерами обложат. Гейзер. Геру. Ну, когда? А, бля, да. Говорите там.
кто-то что-то, или Вадикон, или что-то говорите, потому что я просто в стену смотрю, я нихуя не понимаю, что происходит. На ком гейзеры первые, что-то такое. Что-нибудь успокаивающее людям промурлыкать надо. Ёбаный, я в стене. Колобок пояс. Просто съехал, понял. На ком были первые гейзеры? Мили гейзеры. Не было. На милик. Жмых Ирландс. Гамазек, как дела она? Ладно, одно тело это нормально еще. Бля, не зыбку сдал в пустоту, блядь. Она похуй. Следующее будет в РДД. Смотрите, РДД. Вместе с поездами буду. Вместе с поездами, да, внимательно очень. Не сдохните на этой хуйне. Бегите или умрите. Пойду, да. Шалфир конфликт, нахуй. На хп читай, на хп читай. По итоге сдохли, по итогу сдохли, да? Сколько там людей? Вылетаем, ладно. Дикон, блядь, жалко, нахуй. Ладно, пробуем. Мили. Чё, блин, совсем хуёво дела, да? Отвлечение словил после... Нет. Берегитесь. РДД, близко туда не подходим. Блять, кто это? Звуки такие. Гейзеры, РДД. На, ёлы. Ловите. Минус хэпал, нахуй. Бегите. Ну все, дамаг в ноль, нахуй, превратился. 40% как было, так и есть, нахуй. Не знаю, есть смысл лямку тянуть, нет? Берегите. Шанфир, ВПХан, в принципе, чё. Да вроде бьют. Бьют вроде. Да блять. Шансы хуёвые. Мили, гейзеры. Да я в ротацию засмотрелся, в эти доты вообще забей. Тут главное не ротация, а выжить. Потом уже вся ротация. Да я понимаю. РДД, отойдите, пожалуйста, чуть дальше. Короче, трай залупа, нахуй. 15 человек лежит, это говно, так не должно быть, нахуй. Метарк, это тут. Точку. А, да. Гейзер. Там сейчас просто уже урон будет ложить людей. Да не. Не, почему нахуй, нет? Не надо, не, пизду. 12 лямов еще бить, мы как черепахи. Ну что, Герас пойдет? Не, это залупа, не надо. Дадут, может, подаем, я ебал такую хуйню. Надо нормально, блять. 15 человек не должно лежать, блять. Топ-1 вайпер. Милики, нахуй, вот тут сейчас сдох на гейзерах, нахуй. Ну, Норлин хуй с ним. Он-то, блять, по КД дохнет. Остальные гомозейки, все вот эти, блять. Смотрите, нахуй, внимательно, ебаный. И самому смешно. Я только научился не умирать, с ним обсираешь. Заебал, просто черт, чтобы жить на собаке, уже ДК вкачал. Я еще раз объясню, пожалуйста. Чтобы не сдохнуть здесь, сыграйте на выживаемость, нахуй, на исполнение выбегания с гейзеров. Гейзер лежат, сука, 3 секунды, вам надо с них выбежать. Если вы, сука, не знаете, убегите, сейчас я вам штрафную, сука, зону нарисую, блядь. Там бичи и там успевают. Вот мой любимый трек начался. Умудряются сдохнуть. Какой трек, блядь? Про штрафную зону? Такой хит всех сезонов. Да? Вы бичи ебаные, не дохните. Идите нахуй туда, стойте. На костях пляшите, блядь, уёбки там вот это. Крест поставил? Алло, блядь. Кто из миликов, если мозга не хватает? Там кто? Гомозек, там кто там, шлептец, я хуй знает, знаешь ты, не знаешь там. Если вдруг вы сомневаетесь в себе, блять, сразу съебитесь в крест и попрыгайте там, как бы, блин, вот ставлю рыбу.
Вот, и там пару раз попрыгаете и поймете, что вот, вот гейзера вроде нету, можно секунд 20 побить, блядь, побейте. Потом съебитесь обратно в крест и прыгайте, там, блядь, ждите гейзеров. Гейзеры, еще раз заострю внимание, они чередуются. Сначала на одних, потом на других. И, сука, так чередуется. И вся эта хуйня так же и чередуется. Что гейзеры, что метки, нахуй, что вот эта ОЕшка, которая сначала по 500 бьет, а потом по 5000, нахуй. А если выгонять всех из мини-зоны? Пиздец будет, хуёво, нахуй. Ребят, милики, вы бегаете под боссом, два шага влево, два шага вправо, нахуй. Если гейзеры сработали, они все в одной кучке будут. В любую сторону бегите. Да у него не гомосек, Ник, это просто я так произношу, блядь. Не пишите никакую хуйню. Гомосек. Ну, типа, там, ну, хомозек, нахуй. Я не знаю, как правильно читается. Ну, просто так произносится. Гомозек. Гомозек. Это гомосек же проще произносится. Давай сокращенно. Это зэк. Зэк. Или гомо. Давай сокращенно говорю. Зэк. Но... Зэк. Ну, давайте, проверка, блядь, принимайте. Мы сейчас тут ебанемся с вами, умом тронемся, нахуй. Ты уже. Все готовы? Ты что, он мать? Ты? Зэк Гомик. Вот гомосек, то же сам. Поехали. Че Хома это человек? Не, ну он Гома, Зэк, блядь, и он там Гомик. Геру. Да, Геру СПУ. Смотрите, на ком первый гейзер, не проебланьте, блядь. А потом они чередуются, просто имейте в виду. РДД гейзера. Не зыбку дал. Хорошо. Берегитесь. Не знаю, спас, не спас. Не знаю, похуй. Баблом вынесу. Слепеца убил, блин. Или он... Он просто... Он со мной шел. Ладно. Двойной урон получил просто. Он загорел на работе. Бегите или умрите. Шакальный обстрел? Ну, сука, Мидарк, нахуй. На ХП быстро читай. Да, хуёво ты, конечно, вынес. Ладно, плохо. Не лови, сука, обстрел Мидарк, нахуй. Меня отвлекли здесь. Мать, да? Так, чё ты? А чё ты сдох, Нурлин? Босс на меня сорвался. Не может быть. Ты прям не мог его сагрить. Не могу. Он крутанулся на меня. Какая-то хуйня, он там таунт хуярит по-любому, блядь. Я ничего такого не жал. Не знаю, нахуй, это поебень. Ну ты под синей властью, значит, не знаю, как это объяснить. Какой не... синей властью, ты о чем? Ну, не нет может, этого даже на панели. Такого не может быть, понимаешь, блядь. Ну ты меньше консилятора бьешь и срываешь, это вообще невозможно. Ты что-то нажимаешь, не то. Лихватку или таунт даешь. Что нет, я все не в КД даже. Не знаю, короче. Гейзер и поезда должны быть. Я посмотрю, чего ты сдох. Наверное, это был. Метка, садитесь. Ну я точно не знаю, что босс на меня. Ну отойди в угол совсем. Садишь. Обстрел, смотрите внимательно, тихо. И не Ола словил конфликт. Лутай словил конфликт. Вы совсем мудаки, нахуй? Вы цвет не понимаете? Просто смотри, убил всех миликов, нахуй. Удар. Атака ближнего боя, я умер. Да это вообще залупа какая-то тут не должно быть. Я ничего такого даже не нажимал. Не знаю. Ну, по умену он не был в тройке даже. Ну, да, лидеров. Да. Не знаю, что там можно было такое сделать, но что-то сделал, не знаю. Таунт нажать. Да нет у меня таунта. Да все, в пизду, блядь. Добьют? Нет, я хуй знает. Вроде 9 РДД. И 2 медика. Жми глыбу, блядь, смирись. Что, вас убили? Так. Нет, не убили. Ого. Что новенькое? Печь отряд в поле. 33к, отыграть тебе магия.
Ближний бой, атака. Ты слоупок, что ли? Я уже сказал же уже. Да все, тихо. Дайте пацанам добить, блин. Играют, устраиваются. Так. Обстрел смотрим. Берегите или умрите. Берегитесь. Так, Поль ДЦ, не сдохни, захитись, а. Все там прям должны добить. Бля, я сейчас в такие норы залез, что выйдет, это пиздец. Какие еще норы? Ну вот, блядь, нашел нахуй. Опачки. Прям со всех сторон. Вот было. Они, ботинки, короче, такие ватные. Ёбаный русы! Да ну нахуй! Распылить их. Сука, тихо всем, блядь. Никто этого не видел. Да ну нахуй, ебать. Кайф нахуй, это пиздец. Спасибо. Ёбаный, на тебе, любящий ты, даже подарок нахуй разбойник. Ой, сука, да ну нахуй, прикинь. Он страдал. Пиздец. Чё, вой даю кояться, да? Да. Да. Мне кажется, у него сейчас шишечка привстала, бля. Не, прикинь, я крутил, ну я не знаю, я от силы раз 5 крутил, сколько вот у меня было. Я даже не делал делики ни разу, вот то, что было с ТТГ. И у меня были тапки, короче, раньше на рунический этот... или я не помню, на что они были, короче, когда еще стамина была, потом на хп переделали. И вот у меня сейчас 1600 хп раз в 5 секунд, и я их просто на ревностный поменяю, блять. Да ну нахуй. Правильно, правильно. Блять, кайф, пиздец. Ну все. Теперь меня лишний шотник, нахуй. Бати, кайф. Это тебе подарок на Новый год. В натуре, блядь. Поздний. Ну, это пиздец. Ну ладно, на старый Новый год. Я на мишку еще. 13 на 14. Я сильно на мишку еще хочу. Эта хуйня спасет дохуя раз. Она на Халионе, на Джане будет спасать. Да, да. Это вообще пиздец. Так, мальчики, надо... будете собирать РС-ку? Да, сейчас РС-ку. Сейчас я шмот раскину, ИП дам и РС-ку. Жезл, значит. У кого там какие жезлы? Так, 45-й. Да маг твой. Ты же забил демо. Так, давай маг мой. И чё, ебать. Как его во второй рейд ходить? Это во второй рейд, ебать, там. Вон у там меня... лок Монри. Я его первый раз вижу. А он вообще, бля, 8 тысяч дал. Он не бил нихуя. А чё ты не бил? Лок, нахуй. Он учился, он умер. Ты сам говоришь. Ну, умер он просто. Умер. Давай, дай, я Локу дам, короче, заебал. Пускай. Ладно. Я думаю... Ладно, Синтек. Я думаю, не прикинь, как не тебе вдвойне повезло. Да, он не мало то, что ревностный выпал, так во-вторых, еще ничего не надо реролить, я другие шмотки. Ну, так да, это кстати. Вообще пиздец, да. Я все люк дему расскажу. Я когда думал... три жезла подряд упадут, тогда тебе достанется. Я думаю, это... я так и понял. Я думаю, мне обидится. Опять придется подговаривать, да, блядь, чтобы мешать там, блядь, чтобы три одинаковых шмотки выпало. Попускай у Лока будет, у него вообще 32-е говно. Вроде челик играет, видишь. Если ливнешь с гильдии, короче, разрешаю Синтеку приехать к тебе и дать пизды, и забрать жезл. Пинуть жезл тогда уже, забрать он не заберет, блядь. Кольчуга, короче, крит хаст и на хасту. Надо кому-то? А, там никого уже нету, блядь. Все убежали. Перчанки какие-то тканевые. Всепожирающая чума. Нихуя. Это что? Священный... А, это топовая, это да? Прок. Это прок. От прока он, короче. Это вообще жесткая хуйня. ШПшники есть в рейде? У меня есть такие. Лутай, он ролл кидает. Лутай тебе надо, да? У тебя аддона нет. На будущее там поставь и ПГП вот мастер. На тебе лутай. Сейчас, смотрите, вы будете РС-ку собирать, а Вейд пойдет чариться, камни ставить. Mm-hmm. А что нам ее собирать? Она у нас так смотрит. Так, а это что? Молитва, обращение... Это на кого голова? Это хуёвая чарка, это да? Это на цель, на хп. Или на... Надо кому-то там присты? Голова тоже этих не надо. Коль ДЦ надо, нет? Не-не, я чисто так, этот как он, за ИПшечкой пришел. И Неола тебе надо, нет? И лутай, может, те языки. На хила собирай, на, собирай. На хила, да. Ген, пойдешь? Так, кто там? Олд, кто еще там на ИП? Кто на замене был? Куда Ражник? Ражник, ты куда ИП? Че, я нужен? Нет? Да, да, конечно, РСК и этот
Ну и ВК-то я нужен, я знаю. А ОРС? Мы с ним ВК пойдем, да? Да, сейчас РС-ку сначала, а потом посмотрим ВК. Сейчас ИП дам на за. А ИП за РС-ку дается? ИП, давай. Все на сколько? Сейчас я дам за ТТГ. РС-ку убьете, скажете, зайду. Угу. Все, ИП за ТТГ дал. Теперь летим. А я ливнул. Кто ливнул? Мидарк. Даже вроде дал только что. Не, ну, я ливнул.